Опытная экологическая станция разместилась на территории школы 14. Инициатором ее создания стала бывший учитель биологии Валентина Алексеевна Зуева. Она предложила директору школы облагородить пустырь и высадить саженцы хвойных и лиственных деревьев. Однолетние сеянцы кедра, клена австралийского и дуба заняли 3 делянки, а распахали 9 делянок. Что чем занять? Вот тоже из окна директор помахала мне, говорю, мы можем засадить здесь многолетники, мы, коллекция многолетних, садите. Чтобы школьники научились различать полевые растения, Валентина Зуева засеяла в огороде целую грядку семенами пшеницы, овса, ячменя, льна. Осенью высушенные стебли растений украсят аудитории начальных классов и кабинет биологии. А пока ребята занимаются прополкой и рыхлением почвы. Мы пришли сегодня в школу, чтобы привести в порядок школьный огород. Мы сегодня пололи, подметали, убирали сорняки, узнали много нового. Сегодня мы узнали, что ветераны нашего города хотят высадить дубки в каком-то определенном месте, чтобы потом была дубрава. Положительный опыт высадки саженцев на городскую территорию у участников экологической секции уже имеется. В честь Дня Победы в мае нынешнего года в поселке Басьяновский была разбита аллея в честь героя Советского Союза Михаила Мантурова. Остролистные клены, для которой были выращены в питомнике, Совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа.